Нет-нет-нет, две. Подожди, вторую букву скажи. О. Дотер вот это вот. Да вы тихо! Это нельзя говорить! Это слово... Почему? Потому что Кирилл сказал, что это оскорбление! Все, сейчас он уйдет из... Понимаешь, история, дорогие история зрители, в том... Дорогие зрители, вы это не слышали? Вы это не слышали? Да, все. Не рассказывайте ему. Не рассказывайте ему. Не рассказывайте ему. Тихо, Паша, это тот, кого нельзя называть. Кирилл оценил ход слон Е6, и последующий слон бьет Е6, говорит: отлично, Юлиана выбрала размен, пешечная структура стала лучше. Да, структура стала на самом деле лучше, я здесь могу с Кириллом согласиться, если бы коня не было. А после хода конь Е6 пешек не останется. Нет пешек, нет структуры. Так, подожди, а ему опять надо пешку есть? А, ей, да, ей надо пешку есть. Конь бежит. Ой, ей, прости, да. Люляш, да. Люляш, просто жесть. Конь. Да, кефирный гамбит, как говорят наши, наши зрители. Строилась Юлиана, видит, что она зевнула фигуру. На самом деле, как мы знаем, не зевнула. Но... У нее просто времени мало еще, надо ей торопиться. Она торопится, надо торопиться и не надо расстраиваться. Борьба продолжается. Вообще не надо расстраиваться. Перевес на доске еще есть, ну да, фигуры нету, правда? Фигуры нету, но пешки лишние есть. Она не видит, что с ней время кончается, она просто думает. Она видит, не знает, что делать. О, да, она ходит... вот этот ход. О. Она сделала этот ход, ты представляешь? Нет. Ты представляешь? О. Ну это сильно. Как она это сделала? Это очень сильно. Просто браво, да, сейчас? Ну, это да, это этому ходу не позавидовал верила, любой гроссмейстер. Я не верила, выиграть. Потому что этот ход очень тяжелый. Очень тяжелый. Увести ферзя так далеко, заметив эту связку, ну что, ну защити слона. Ну или уведи. Спасибо. Спасибо Кириллу за слона. Да, вот как профессионального комментатора я просто уточняю, насколько оскорбительно говорить дотер. Потому что... Это я вчера вашу трансляцию послушал с кейком, да? Да-да-да, у нас дискуссия. Да. Не, на самом деле это нормально, это не обидно. Дотер, мы дотеры все, вот тоже как шахматисты, то же самое дотеры. Как кто-то один раз познал, все, на всю жизнь дотер. Вот так же. Так же и тут. Поэтому дотер абсолютно не оскорбительно, нормально. А шахматер оттуда, да, произошло? Шахматер первый раз. Потому что люди приходят и говорят, вот, шахматер. На экран. Частника? Да, у него на стриме Шрек поет на саксофоне. Хорошее дело, да? Вообще, я смотрю, мне мимишный канал, стоит на него подписаться. А, да, пешку, проиграет. А, пешку не стал есть. Это уже не... Ой! Воу! И все, значит... Ферзя, подбой! 15 секунд! 15 секунд! Просто мочи, быстро! Любые ходы, быстро! Очень быстро! 12-й, вон, черт, она не успеет! Все, ешь, быстро ешь! Чего-нибудь! Кого-нибудь! Не успеет. 5 секунд, это все. 5 секунд. Тут надо съесть все пешки, чтобы была ничья. Но мы знаем, что ничья Юлю не спасает. И смотри, теперь ждет Е8. Да ешь быстрее, ешь! Ну все проиграл по времени. Блин, как же много. Какой ужас, какая интрига. Да, ну что делать? Тебе 10+5 ставил. Играем. Пешка. А, ну тогда проиграно. Я-то себе 10+5 ставила. Тогда сам играй. Я забыла. Делай какие ходы. О, король, бей, лочу его, бей! Всё. Бей пешку! А потом ладьёй. Не успею. Ну, ходи быстро. Быстро ходи! И пешку веди вперед, приму вы. Да-да. Вперёд! Теперь же 5, шах! Теперь бьёт же 5, бей пешку! Бей пешку, чтоб ничью сделать. Все. Ничья. Да. За 5 секунд. Боже, ребята, это просто прелесть вообще. Да, такой адреналинчик, да, как тебе? Вообще жесткий. 5 секунд осталось, ничего не сделали. Да.